На одном татами с чемпионом омские каратисты продолжают осваивать секреты мастерства от мировых знаменитостей. На сей раз серию практических семинаров провел известный новосибирский спортсмен и тренер, чемпион Европы Исламуддин Эльдарушев. Слово Владимиру Истомину. Много практических действий, повторы, подсказки. Исламуддин Эльдарушев приготовил для омских каратистов большой материал, дорожил каждой секундой тренировочного времени. Руку я вывожу только тогда, когда я начинаю делать движение, делать старт снизу. То есть за счет ног, за счет пружинки. Оп, живот подтянул, а так... Эльдарушев – знаток японской классики. По ее канонам, главный резервуар энергии человека находится внизу живота и называется центр хара. Здесь зарождается скорость действий. По словам Эльдарушева, этот импульс нужно грамотно использовать. Например, по схеме опорная нога, бедро, живот, удар рукой. Я всегда начинаю с техники, с нового, да, что должно быть. Почему? Потому что если у нас... нет ног, нет пластики, нет исполнения хорошего, то очень тяжело переиграть соперника. А в нашем случае мы должны переигрывать. Это наш, у нас вид спорта такой. От техники к тактике. Отработали новые моменты, нужно подключить мысль. Эльдарушев обратил внимание на действие передней ногой. Она свободна, мобильна, ее нужно правильно использовать. Это помогает технике ног, допустим, если будет работать контратаки, это спокойно может привести к тому, что мы получим оценку в 3 балла. То есть, как бы это очень хорошо для поединка. Задание на перспективу – больше индивидуальной работы. На занятиях нужно находить время и тренерам, и спортсменам. Техника стала лучше, головой стали больше работать. Методика, я думаю, тренеров поменялась, да? Начали разбирать по детально какие-то моменты. Наверное, скорее всего, из семинара разбирают. Первый эффект есть уже на финише семинара. Скорость, выбор дистанции, правильные траектории, точность ударов. Оптимизм перед новыми стартами. Мероприятия подобного рода, они очень хорошо заряжают. Такой буст дают перед важными соревнованиями. И прям очень положительные эмоции, очень сильно помогают. Применить новые знания омские каратисты смогут совсем скоро. 14 февраля в Новосибирске пройдет чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7.